Why don't we just relax? We'll turn on the radio. Would you like M? Приветствую всех, дорогие друзья! С вами снова Крюге ТВ, рад вас всех видеть, и сегодня мы добрались до уникальной техники в нашей игре под названием Beglite Panzer 57, и многие прочили ему ужасную судьбу. На данный момент он находится на Берри 8.7, это 6-й ранг, и по сути машина является топовой. К ней не ведет никаких веток, поэтому выкачать ее может любой желающий, у кого прокачан 5-й ранг немцев, но стоит ли оно того? Во-первых, по рассказам мне показалось, что это будет просто неиграбельный кусок прям не знаю чего, поскольку они отзывались крайне нелестно все, кто вообще о ней писал. То есть, сделай обзор, хочу посмотреть, как ты страдаешь. Ну, уже понятно из этого комментария, что ничто хорошего меня здесь ждать не должно было. Но в итоге я вам скажу так. Beglite Panzer 57 мне понравился. Это странно, но тем не менее. Машина далеко не так плоха, как многие о ней говорят. У нее есть ровно одна проблема, это попадание с топами, но сейчас их отодвинули, и с боевым рейтингом 9.7 мы попадать стали довольно редко, то есть в основном это 9.093, и с этим как-то жить можно. Beglite Panzer является собой по сути некую комбинацию зенитки и птуровозки, поэтому само собой, что то, что другое не может эффективно в лоб бороться, особенно на большой дистанции с боевыми танками, обычными ОБТ. И понятное дело, что любой игрок с ломами будет иметь преимущество перед вами. Вы на дальней дистанции его не сможете пробить, а пока будет лететь птур, он вас уничтожит. Просто по-другому надо играть на этой машине и все. Итак, что касается вооружения, раз уж мы об этом заговорили, у нас есть 57-миллиметровая пушка Bofors L70 Mark I с боезапасом в 96 снарядов, которые поделены на две ленты, и обладает она двумя типами снарядов. Нам понадобится только один. Основной — это самый стандартный. Ничего не придется выкачивать, что является огромным плюсом. Это наш обычный бронебойный снаряд, не каморный, потому что у него пробитие 142 мм в упор и 116 на 500 метрах. Этим можно пробивать вполне спокойно борта вражеских танков, уничтожать без проблем зенитки и даже некоторые картонные танки на близкой дистанции. У этого орудия есть лишь одна проблема, это скорострельность 200 выстрелов в минуту, но, естественно, никакого стабилизатора на нем не прикручено, и вы не сможете с такой просто скорострельностью нормально контролировать отдачу ствола. Поэтому стрелять приходится медленнее, и это иногда может принести свои негативные плоды. Если в упор в борт можно зажимать и ничего не будет, то на дальней дистанции, ну это свыше там 500 метров, уже ничего хорошего ждать от этого не приходится, и будете стрелять вы одиночными такой короткой очередью, что ли. Ничего приятного. Но! Зато у нас у каморного всего 70 мм пробития, и он-то уж тем более ни для чего не подходит, как и фугасный снаряд, поэтому берем бронебойные и наслаждаемся. Реально этими снарядами в слабые места, в борта и в корму разбирать вражеские танки. Я уже не говорю про что-то более легко бронированное, особенно на близкой дистанции. У них просто не остается ни единого шанса. При этом время перезарядки 16 секунд, что более чем за глаза, тем более что в нашей ленте 48 снарядов или 46. Сейчас вспомнить не могу, по-моему, 48. И, в принципе, нам на танк хватает 5. Ну, это если не повезет. Иногда и ваншот можно выдать, иногда десяток нужен. Но с одной ленты мы забираем 3-4 танка без проблем вообще, если не экономить. Если экономить, то гораздо больше. Причем ленты 2, то есть проблем в боезапасе у нас нет. Также к этому у нас есть птуры. И здесь они прокачиваются. Естественно, топовые открываются на втором уровне исследования. Сначала у вас будут просто птуры ТОУ. Эти птуры имеют пробитие 430 мм, в то время как открываемые имеют пробитие 630 мм и называются уже ITOW. И в принципе птуры довольно неплохие. Особых осечек от них не было. Они неожиданно не сломаны. Почему, не знаю, тогда у других машин они нормально не работают. Но здесь все хорошо.
вы и можете попадать, и летят они достаточно быстро, если мы говорим об турах, естественно, и при этом имеют достаточный дамаг. Это две ракеты на танк, это чтобы, ну, практически гарантированно забрать. Иногда случаются ваншоты, но чаще именно две ракеты на танк. Их у нас 6, поэтому боезапаса за глаза. Перезарядка также проходит достаточно длительное время, зато она полностью анимирована, и вы можете посмотреть на это. В общем, красота красотуля. Как мне показалось, этого вооружения за глаза, и более того, есть даже мелкий пулеметик для сбития заборчиков, то есть есть все, что нужно для счастливой жизни. Пиглейт-панцер напомнил мне БМПшку. Вот реально, такая себе БМПшка, только совсем футуристичного вида и обладающая схожим вооружением, но здесь оно даже еще более мощное и интересное, уникальное. Это автопушка, причем крупнокалиберная, и ПТУРы, ну плюс еще пулеметик. Очень классно. Но, конечно, не обошлось и без ложек дегтя, а здесь их достаточно приличное количество, и все они касаются компоновки и бронирования. Эта машина имеет халбрейк. Я удивился, но реально, попадая в башенку, вам могут просто халбрейкнуть. Корпус при попадании в казённик до свидос будет. Ну а так, бронирование, к сожалению, максимальное 32 мм, и это только в НЛД, и в ВЛД 11 мм брони. Я показывать ее даже не буду, поскольку пробивается борта корма даже пулеметами. Ну, в лоб можно держать какие-то зенитки, но не всегда. И эта машина, я бы ее назвал прям уничтожителем зениток. Почему? Объясняю сейчас. Во-первых, какие-то снаряды с далекой дистанции от зениток мы можем даже рассчитывать на непробитие, на рикошеты. А во-вторых, на нас не работает халбрейк, потому что зенитные снаряды не могут вам просто разрушить корпус. И при этом по рентгену у нас 5 членов экипажа, а весь боекомплект находится где-то в середине танка. Его очень много, и любой практически снаряд ОБТ нас ваншотит, потому что задевает боекомплект и взрывает его. И казалось бы, 5 членов экипажа мы должны жить, но не живем при попадании нормальных снарядов. Но в это же время зенитки нормально до него не дотягиваются, а экипажа у нас много, поэтому под огнем зениток мы живем, а на них хватает пары попаданий и до свидания, в ангар. Короче, Пиглейт-панцер — это реально уничтожитель зениток. Но в то же время его живучесть и компоновка, как я уже и сказал, против обычных регулярных снарядов, это просто боль, потому что мы регулярно ловим ваншоты, и этого никак просто не избежать. Ну и, конечно же, подвижность. Тоже изюминка машины, это 600 лошадей на 28,5 тонн. Летаем мы только в путь. 20 с лишним лошадей, ну, по сути, БМПшка показывала себя практически так же. Здесь у нас и максималка в 70 км в час, и скорость движения назад великолепная, и вперед мы разгоняемся неплохо. Мне понравилось. Конечно, это может быть не совсем рушка какая-нибудь, но подвижности более чем за глаза. Лично я считаю, что это, ну, такая эталонная подвижность для, особенно если мы говорим о неком подобии зенитка САУ и Т-шки. И что мы имеем в итоге? Крайне подвижную базу, абсолютно без брони, но с очень интересным вооружением, которое может круто задать жару на ближней дистанции и даже что-то может на дальней, но тут возникает одна проблема, это, естественно, если вас заметят, вам хана. Если вас не замечают, ПТУР долетает и убивает. Конечно, не на всех картах можно найти применение всему комплексу вооружений и сразу, но там, где можно, Пиглейт-панцер чувствует себя классно. Первые бои у меня на нем отыгрались вообще какие-то волшебные, по 4-5 фрагов в каждом бою, просто заходишь, разбираешь, а потом началась череда неудач. Я начал ловить ваншоты, и бои чередуются, то ты ловишь ваншот, то ты делаешь там 3-5-6 фрагов, то опять ваншот, и вот как-то так. Все зависит от того, насколько ваши противники внимательны. Если они вас пропустили на удачную для вас позицию, пропустили вас, не дай бог, в свой борт или в корму, то вы начинаете разносить команду, потому что в вашей автопушке практически, ну, условно, бесконечный боезапас, там 5-6 танков можно спокойно забирать, а на топах не всегда собираются полные команды. При этом есть ПТУРы, если вдруг какую-то цель нужно либо добить, либо нужно сделать первый выстрел ПТУРом, кстати, тоже помогает, чтобы ее обездвижить, выбить там наводчик и спокойно объехать, добрать. Короче, очень классно то, что все вооружение здесь пригождается, и в целом машина отыгрывается классно. Но в тот момент, когда ты выезжаешь не совсем туда, куда надо, то просто какой-нибудь ОБТ, тот же XM1, берет и делает вам бобо. Вот на тот же Курск выезжал, я не знаю, вставляла этот момент или нет, выезжаешь, пульнул ПТУРом, тебе прилетает просто без пристрелки сразу лом, ты ваншот ловишь. А твой ПТУР не долетит, и он просто скроется там за холмом. То есть на некоторых картах нужно понимать, лучше просто не стреляться с противником. И самое главное, если вы попадаете на БР-8,7 и ниже, то вы чувствуете себя королем. Если вы попадаете выше, уже с современными ОБТ, то все достаточно печально, поскольку у них преимущество в праве первого выстрела, а вам-то как раз оно и нужно, именно за него живет Пиглейт-панцер, за счет
этого преимущества. Когда его нет, то, соответственно, и вам играть уже будет довольно тяжело. Придется отыгрывать позиционно, чего эта машина не очень-то и любит. Короче, это уникальная техника, которую я рекомендую вкачать. Она играется классно. Да, от нее не все будут фанатеть, наверное, но лично я поймал кайф. Прям вот реально как БМПшка, только еще уникальнее и круче. И все зависит просто от того, с какими танками вы попадаете. Если бы мы не воевали против всяких там XM1, то было бы чуть легче. Но в то же время мы их можем уничтожать. Вопрос только в том, что нужно правильно себя поставить на поле боя и правильно держать позиционирование. Короче, пишите, что вы думаете по поводу Begleitpanzer. Я думаю, что машина точно заслуживает обсуждения, а также вашей поддержки. Там лайки, подписки, репосты, муйца, крутится, все дела, блогерская чепуха. А я пойду для вас пилить дальше контент. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.